Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусное и необычное блюдо из фарша. Это фаршированные баранки. Это очень вкусно! И если вы никогда не пробовали такое готовить, то я просто рекомендую, обязательно попробуйте! Начну с того, что заливаю баранки молоком. Минут на 10-15 периодически их буду переворачивать, чтобы они полностью все пропитались. К фаршу добавляем одно яйцо. Мелко нарезаем лук. И добавляем к фаршу. Подсаливаем. Немного поперчим. И все хорошо перемешаем. Противень устилаем пергаментной бумагой и укладываем баранки. После чего каждую заполняем фаршем. Смазываем сверху сметаной или майонезом. Сверху засыпаем сыром. Отправляем в духовку. Температуру ставим 180 градусов на 25-30 минут. Такие мясные ватрушки получаются очень вкусные, мягкие. И если вы никогда не пробовали этот рецепт, то обязательно попробуйте. Он понравится не только вам, но и всей вашей семье. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и всем пока-пока!